В игре Half-Life 2 есть достижение «Зомби-чоппер» или «Зомбомет», для получения которого нужно пройти Рейвенхольм с одной гравипушкой. То есть за весь Рейвенхольм нельзя использовать ничего из оружия, кроме гравипушки. Можешь называть ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Это не такое уж и сложное достижение. Однако не каждый сможет выполнить его с первого раза. А если играть на трудном уровне сложности, то и вовсе можно в паре мест застрять. В этом видео я покажу свой вариант получения этого достижения. Однако имейте в виду, что мой вариант далеко не идеальный. И во многом он зависел от везения. Кое-где я даже умирал. Поэтому вот вам самый главный совет. Сохраняйтесь почаще. Играть я буду на трудном уровне сложности. В начале прохождения ничего опасного нет. Врагов немного. Несколько зомби и хэдкрабов. А предметов окружения в избытке. Лавочки, бочки, взрывчатые баллоны, дисковые пилы. Бери что хочешь, у врагов нет шансов. Что они стали подобны тем демонам, которые существуют во плоти, но в которых нет света? Хэдкрабов можно убивать из нескольких выстрелов гравипушкой. Помогает, когда под рукой ничего нет. В этом месте будьте очень аккуратны, иначе зомби швырнет в вас взрывоопасную бочку, которая моментально расчехлит внутренности из Гордона Фримена. А кто это? Еще одна метущаяся душа? Я присмотрю за тобой. Больше я ничего не могу обещать. Убиваем шкафом притаившегося хэдкраба и идем дальше. В этом месте лучше не взрывайте так близко от вас бочку, чтобы убить зомби, иначе потеряете часть здоровья, как сделал это я. Осторожно, тут тесное помещение, зомби могут вас зажать в угол. Шкаф — это хорошее средство против спящего зомби. Двое ядовитых хэдкраба спрятались за мебелью. Разделайтесь с ними как можно быстрее. Здесь лучше предварительно сделать сохранение. Впереди весьма опасный момент. Внимание! В крови обнаружено ОВИ. Этих зомби убивать не обязательно. Можно просто пробежать мимо. Отлично, брат мой. Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них.
Нужно быть бдительным. Так-то лучше, Григорий. Да, это очень опасный момент. Будьте осторожны. Я не держу на тебя зла! Это ты, брат! Прошу прощения. Но ничего страшного. Мои пули — это цветочки для тебя. Это место просто кишит врагами. Парочка зомби справа, хэдкрабы спереди и снизу, еще зомби на земле. Тут лучше выбирайте тактику планомерной зачистки. Я же пойду на пролом, поскольку мне повезло не умереть от всего этого. Обнаружены легкие ранения. Внимание, состояние критическое. И пусть меня зовут сумасшедшим, ведь ты есть моя помощь, сила. Здесь довольно много зомби. Старайтесь экономить предметы для гравипушки, чтобы было чем отбиваться. Очень неприятный вой, который сигнализирует о скором приближении быстрого зомби. С таким противником шутки плохие. Используйте батарею или придавите врага стиральной машиной. Этого зомби будет лучше всего прибить батареей, поскольку всякие коробки и банки с краской ему не наносят особого вреда. Лучше всего тут расправиться со всеми встречающимися врагами, не сильно переживая за потраченное здоровье. Впереди будет две аптечки, одну из которых лучше приберечь на потом. Вот здесь начинается трудная часть прохождения. Нам дают дробовик, который для получения достижения только мешает. Между тем, на Гордона выбегают быстрые зомби. Самая лучшая тактика – быстро вызвать лифт и бежать к цистерне с водой. Там осторожно пройти по краю и спрыгнуть на нишу, оставаясь совершенно неуязвимым для врага. Сколько же тут этих тварей? Что ж, сохраняемся и как можно быстрее идем через тот домик,
где мы впервые убили быстрого зомби стиральной машины. Этих врагов лучше проигнорировать. Просто несемся вперед, подобрав по пути аптечку. Но перед ядовитым зомби лучше спрятаться, чтобы он не успел кинуть хед-краба прямо в открывающиеся ворота лифта. Вот этот участок не менее трудный. Врагов много, защищаться практически нечем. Поэтому сразу несемся вперед к рычагу, который подвинет нужную платформу. И лезем на крышу. Не забудьте в очередной раз сохраниться. Чёртова лестница. Вот здесь не ждем, а сразу несемся как можно быстрее вперед. Закройте за собой дверь перед носом противника. В этом моменте я крайне рекомендую спрыгнуть к уступу возле забора. Иначе тебя ждет быстрая и бесславная смерть. А, вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Терпение, брат мой! Держись, брат! Ждем, пока до места доберется тележка. Сохраняемся. Затем спрыгиваем и галопом скачем через всех врагов снова на крышу. Держись ближе, брат мой.
Не подходите близко, иначе рискуете попасть под... Следуй за мной! Быстрее, брат мой! Обрети же истину! Будь ты проклят! Пока я держу ворота! Прощай, брат! Боюсь, что отправляю тебя в темное место! Да осветит твой путь светлейший свет! Осталось не так уж и много. Здесь постарайтесь медленно и аккуратно спрыгивать по деревянным балкам. А затем также аккуратно спрыгнуть на лестничный пролет. Внизу очень много самых разных хедкрабов, которые только и ждут совокупиться с твоей головой. Правда, у меня это немножечко не получилось, и я сорвался вниз. Последний забег. Тут ничего сложного. Включаем тележку с лопастью и бежим вперед, не попадаясь под эту лопасть и под удар зомби. Заветное достижение наше. Ура!